К счастью, тонущего гражданина заметил проезжавший по мосту местный житель Ренат Нигматуллин. Он остановил машину и, не теряя времени, побежал к берегу. Проезжая на машине, я всегда обращаю внимание на уровень реки. Вот, и в данном случае мельком посмотрел, и показалось, что кто-то находится у берега. Я спустился к берегу и увидел человека, который находился в воде. Вот, человек не реагировал, очень крепко держался за ветки. Видно было, что в глазах испуг, страх и так далее. Вот, и я позвонил своему хорошему товарищу, Романову Алексею, сказал: «Алексей, такая ситуация, нахожусь возле берега, тонет человек». Знакомьтесь, это тот самый Алексей Романов, майор полиции, которому позвонил очевидец. Полицейский без промедления поспешил на помощь. Выбежав из здания, он вместе с участковым уполномоченным Игорем Драгуновым на служебном УАЗе в течение 3 минут добрался до места происшествия. Спустившись к берегу, сотрудники бросились в заболоченную после половодья трясину. Дорога была каждая секунда. Прибыв на место, мы уже непосредственно с гражданским человеком спустились в воду и приняли меры к спасению человека. Достали его из воды, тот уже практически был без сознания, начали оказывать первую помощь. После этого вдвоем с сотрудником и еще прибывшими гражданскими, здесь уже набежались люди, мы его подняли наверх на дорогу, погрузили в автомобиль, и, ну, после того, как он уже признаки жизни начал подавать, то есть двигаться, шевелиться и там издавать звуки, мы его доставили в приемный покой Центральной районной больницы, где была оказана помощь медицинской. Благодаря оперативным и самоотверженным действиям полицейских и гражданского очевидца происшествия, жизнь человека была спасена. Общее физическое состояние как у него? Общее физическое, ну, сейчас вот мерили, давление нормальное, кардиограмму снимали, тоже не знаю, может, это нормально. Ну, я считаю, ребят молодцы, спасли человека, они герои. Полицейские и помогавшие им очевидец происшествия будут поощрены правами начальника ГУ МВД России по Саратовской области. Денис Желтов, Андрей Багаев, дежурная часть, Саратов.